Дим, ну, сразу, наверное, по горячим следам, да, понимаю, что эмоции переполняют. Чего не хватило, что не получилось вот в твоем последнем бою? В последнем бою, ну, по фехтовальному чисто, я думаю, что не удалось выдержать линию, которую нужно было выдержать, то есть линию боя, из-за того, что он мне, вот, что он, что Чимли Ватсон, прошлогодний чемпион мира, они нестандартные ребята очень, у них очень нестандартное время, и я немножко мне вот он поставил меня такой в непонятную ситуацию, у меня не было, что-то я точно знал, что делать, а на какие-то его действия, вот ответные атаки, которые он наносил, я просто не смог сориентироваться вовремя, это сильно сбило меня, и поэтому я от линии такой отклонился от своей, которую я хотел держать в бою. Скажи, что значит неправильное время? Нестандартное время, а правильное, то есть правильное любое, которым ты наносишь укол. Просто нестандартное, потому что у них другой длины руки с ногами, скорость другая, пластика другая совершенно. То есть в отличие от большинства там всех европейских, Северной Америки и азиатов. То есть у всех есть какие-то стандарты. А вот эти ребята, у них немножко такая своеобразная техника, поэтому они вот очень часто заставляют мучиться других. Скажи, пожалуйста, как вообще сегодня день начинался, вообще как ты себя чувствуешь на этом чемпионате? Чувствую хорошо. Второй чемпионат мира всего лишь мой, вот, но заметно лучше, чем в прошлый раз все происходит, по собственным ощущениям. К сожалению, результат не намного лучше 2011 года, но еще команда все равно впереди, может, там что-нибудь наколупаем обязательно. Скажи, пожалуйста, чемпионат Европы закончился не так давно, удалось ли сохранить форму, вот что вы делали, какая была подготовка? Да, дело в том, что форму сохранить – это не совсем верное слово, потому что у нас толком-то формы на чемпионате Европы не было, потому что мы так тренировались к ней как промежуточный старт, то есть копили основную сюда. Вот. У меня вообще там получилось так, что у меня концовка сезона была очень напряженная, я так немножко много сил потратил в конце, то есть там на Европе так уже подвосстановился, думаю, сейчас набрал нормально уже форму, подогнал, но все равно тяжеловато, то есть я немножко себя тяжеловато чувствую, но фехтуется хорошо. Ну и еще соревнования лично не закончились, да, еще ребята фехтуют. Но я все-таки хотела бы немножко уже переключиться на командные соревнования, да, для тебя как будете настраиваться, какие планы? Планы? Да, конечно, настраиваться так же, как всегда, то есть у нас хороший коллектив, мы друг за друга готовы, собственно, бороться, и поэтому я думаю, что все как обычно сложится у нас. Вопрос просто... Просто нужно подходить к каждой встрече отдельно, то есть надо не задаваться целью сразу выиграть чемпионат мира, там, выиграть медали, еще что-то. Просто у нас есть там, встреча за 8, встреча за 4, там, за 2, ля-ля-ля-ля-ля. Если последних выигрывают, то так незаметно, и ты уже на пьедестале. Внезапно. Что приятно. Да, внезапность.